Thank you.
Добрый день. Только что в Ледовом дворце Центральный, что находится не совсем в центре Москвы, стартовал матч очередного тура первенства, ну или чемпионата, кому как больше нравится, Москвы. Среди команд 2005 года рождения нас интересная игра ждет. Я вот почти на 100% уверен, что она действительно получится интересной. Центр в красной форме с вкраплениями черного. Такая красивая стильная экипировка принимает созвездие. Созвездие, соответственно, в гостевой белой форме с традиционными синими и красными вставками, которые в форме этой команды существуют с момента ее создания. А дворец спорта, в котором играет созвездие, был построен в, если мне память не изменяет, в 1998 году. Вот, собственно, с сезона 98-99, по-моему, как раз хоккеисты созвездия начали играть в чемпионате Москвы. Ну а вот сейчас играют парни 2005 года рождения. Они младше, чем их дворец спорта, но уже доросли до вполне себе, ну, такого юношеского хоккея. Мне довелось не так давно, как раз впервые в этом сезоне, комментировать матч команд 2005 года рождения. И это были команды, которые, ну, как минимум, с центром ведут борьбу. Это были «Химик» и «Орбита» в Зеленограде играли. И воскресенский «Химик», конечно, считается командой посильнее. Вот здесь какая ошибка в своей зоне хоккеистов созвездия. «Химик» считается, конечно, командой посильнее. И, в общем-то, с «Орбитой» он имел большое преимущество игровое. И вел с разницей в две шайбы. Но разбазарил весь свой перевес. Сыграли 3-3. Там тоже, кстати, была роковая просто ошибка, когда в своей зоне защитник отдал пас в центр и вывел нападающего соперника. Это был лучший снайпер «Орбиты» на бросок. Ну и тот щелчком поразил девятку. Счет стал 3-3. Потом был очень интересный захватывающий овертайм. И потом, ну, я бы сказал, ужасающая серия буллитов, потому что как будто нехтя исполняли команду. Но в итоге капитан «Орбиты» принес Зеленограду победу. Это было два тура назад. И это все к чему? Центр в борьбе с этими командами созвездие отстает. У созвездия всего 4 очка, всего одна победа над «Синей птицей», которой во втором круге команда уже успела проиграть. И всего первенцы Москвы в 4 круга играют коллективы. Вот так вот, успела во втором круге проиграть гостевая сегодняшняя команда «Синей птицы». Но, к слову, с орбитой была игра, закончившаяся овертаймом. Это было как раз, когда созвездие у себя принимало в юго-восточном округе, или в юго-западном уже, запутался я, принимало соперника. Вот 3-3 основное время, и в овертайме выиграла «Орбита». В общем, 4 очка у центра. 16 очков, он как раз вровень идет с «Орбитой». Он занимает 6-е место, опережает только созвездие «Синюю птицу», но «Орбита» рядом. Ну и в целом вполне себе в борьбе эта команда. И сегодня она, с одной стороны, фаворит, с другой, опять же, абсолютно не уверен, что созвездие борьбу навязать сумеет. В первом круге центр играл на выезде, победил со счетом 5-2. А здесь вот, смотрите, пожалуйста, уже перекладина. Курдюков атаковал ворота. Если я ничего не путаю, вернее, как не путаю, у меня, к сожалению, нет состава команды «Созвездия», бумажного состава. Мы с этим разберемся. Я сейчас открою сайт Федерации хоккея Москвы. Тем более у хоккеистов «Созвездия» на их игровых джерси написаны фамилии, но я все-таки с сайтом сверюсь, чтобы, когда буду вам состав называть, и в дальнейшем, когда буду называть игроков, у нас было поменьше неточностей. И к составу мы перейдем, конечно, но давайте большинство, в котором играют сейчас гости, закончится, потому что давят достаточно прилично сейчас хоккеисты «Созвездия». Не помню, сказал или нет, что речь идет сейчас о турнире группы «Б».
То есть вторая по силе подгруппа. В прошлом году, к слову, созвездие в ней заняло 6-е место. Например, орбиту опередив прилично, набрала 27 очков команда. Ну и сейчас очень прилично в большинстве в чужой зоне играют, расставляются кисты созвездия. Вот здесь бросок не получается, надо было, конечно, шайбочку поднять. Ну а центр занял 2-е место в группе В за Химиком и поднялся на дивизион выше вместе с командой из Воскресенска. Ну и здесь, еще раз повторю, достаточно неплохо выступает. Достаточно неплохо. В полном составе хозяева льда. Федотов, который из штрафбокса выскочил, втащил шайбу в чужую зону. Так, бросил поворотом. Здесь уже попал под силовой. Алешкин там, смотрите, активно руки подключают дважды. Но недостаточно активно, чтобы за это получить 2 минуты штрафа. Ну а сейчас хоккеисты созвездия, конечно, придумали себе проблемы. 2 человека выскочили на лед одновременно, заменив одного. И теперь в меньшинстве будет уже команда гостей. Андропов отправился на скамейку оштрафованных. Посмотрим, как центр будет разыгрывать лишнего. Конечно, ошибка глупая. Это было прямо на глазах у арбитра. Сразу поехали обратно вдвоем, попробовали поменяться назад. В итоге один хоккеист рванул на скамейку, но арбитр уже увидел, что состав численный нарушен. И хотя в игре еще не успели принять участие хоккеисты, выскочившие на лед. Их действительно было 6. И это никак не списать на сам момент пересменки, поэтому 2 минуты вполне закономерные. Центр сразу же расставляется в чужой зоне. Коробочкой защищает созвездие. Здесь бросок и гол. И шайба в воротах. Вроде бы расставлялись хоккеисты в белой форме неплохо. Но по факту не помешали, если я правильно понимаю, Ярославу Хубекову, который с передачи Семена Губенова бросал поразить ближний угол. И 1-0. Большинство — это очень важно. Большинство — это действительно то преимущество, которое уже в этом возрасте позволяет делать разницу. А нет, не Ахубеков отличился, а Игорь Арсентьев. Кто передачу отдавал, я видел, а с автором гола промахнулся, уж прошу простить. 1-0 повел центр. Ну и давайте вот теперь к составу. Этой команды. Ворота у хозяев защищает Михаил Шапошников. Он играет под первым номером. В качестве запасного на игру заявлен по 35-м Александр Абросимов. Полевые игроки. Защитники. Станислав Андрусов, номер... Андрусов, номер 3. Семен Губенов, номер 11. Илья Приходько, номер 40. Федор Цуканов, номер 51. Иван Федотов, номер 70. Михаил Сапрыкин, номер 87. И Федор Иванов, номер 88. Нападающие команды: Юрий Шевлягин, номер 4, Матвей Прудеус, номер 5, Владислав Стрельцов, номер 6, Андрей Симонов, номер 14, Алексей Сазонов, номер 22, Макар Горбань,
номер 24, Даниил Казулаев, номер 27, Ярослав Кубеков, номер 37, Игорь Арсентьев, автор заброшенной шайбы, номер 55, Илья Логинов, номер 71, Никита Чуванов, номер 96, и Басыр Такаев, номер 97, Александр Владимирович Борозенко, главный тренер команды «Центр» 2005 года рождения. Семь минут позади. Созвездие выходит из обороны. В равных составах у центра есть положение вне игры. У центра есть преимущество, но оно абсолютно небольшое. Оно рабочее вполне, можно сказать, хозяйское. Отмечу, что Иван Федотов, кстати, капитан команды у хозяев льда. И пока, видите, разница в счете была сделана за счет как раз игры в честном большинстве хоккеистов центра. А до этого удаление было... у созвездия. Вернее, удаление было у самих хозяев, но созвездие, хотя шансы имело, разыграть лишнего... не получилось у этой команды. Вот сейчас Федотов чуть-чуть бы раньше пошел на эту шайбу и мог бы атаковать с убойной позиции ворота. Там, правда, сам диск скакал. Но в любом случае из зоны созвездия выйти не смогло. И дело очень опасным броском завершилось. Атаковал Никита Чуванов сейчас. Ну, а я пока пришу тут с данными в интернете. Уж прошу просить, не очень удобно, конечно, представлять составы команд, когда нет бумажного варианта протокола. Не то чтобы это было критично, но места не очень много на комментаторской позиции, так называемой, варенье центр. И здесь вы уже, наверное, могли... видеть, я так понял, что немножко в кадр попал ноутбук, когда я его поставил на балкон. Соответственно, приходится убрать на скамейку. Ну и так полуоборота, полусидя, конечно, тяжело одновременно и за игрой следить, и за событиями на льду. Я думаю, мы поступим следующим образом. Я в перерыве попробую с составом созвездия разобраться. Сейчас пока запишу по ходу игры по номерам, а дальше... дальше я вам во втором периоде уже представлю игроков. Пока отметим, что Игорь Арсентьев свою 9-ю шайбу забросил в стае центра. 13-ю игру проводит. 12-е очко. И он лучший бомбардир команды. И лучший снайпер тоже. Ну, а что касается Семена Губенова, который ему ассистировал, для него это вторая результативная передача в сезоне. Заброшенных шайб на его счету не было. Но центр вот очень приличное преимущество имеет. И пока... голкипер созвездия, конечно, трудится в поте лица. Может быть, он не супер уверенно сыграл. А, это Алексей Ибакин под 90 номером защищает ворота. Может быть, он не супер уверенно сыграл в эпизоде, когда открывал счет центр. Потому что все-таки ближний угол поразили, но там дали бросить Арсентьеву, в общем-то, из убойного положения. Но в остальном очень-очень неплохо действуют. И пока от дальнейших неприятностей свои ворота он уберегает. Выигрывают гости в своей зоне вбрасывания, но не получается у Смирнова шайбу из зоны вывести.
вроде бы и вышел сейчас со звезды из обороны, но уже проход к воротам гостей в исполнении Макара Горбаня. Почти все хорошо сделал. Здесь пас очень рискованный был из собственной зоны у хоккеистов гостей. Прошел, но это опасно. А здесь у нас нет удаления. Посчитали арбитры, что Горбань больше сам падал. Тут, честно говоря, мне кажется, три варианта было. И арбитры выбрали четвертый. Какое принять решение? Ничего не назначить. Здесь будет положение вне игры. Ахубеков не видел, что Горбань лежит в зоне. Так вот, три варианта было: дать удаление на Горбане, дать Горбаню двухминутное удаление за симуляцию, или же наказать хоккеиста, который ставил подножку, и наказать самого игрока центра за то, что он симулировал. Вот в свое время в НХЛ, когда только начинал свою заокеанскую карьеру, Илья Ковальчук, много раз он получал такие удаления вместе с соперником, который нарушал на нем правила. Ковальчук получал штраф за то, что он слишком явно показывал это нарушение. В хоккее это, в общем-то, не приветствуется арбитрами. Но здесь рефери приняли так называемое Соломоново решение, решили просто обойтись без наказания. Ну, надо отметить, что к середине первого периода перевес центра игровой становится уже каким-то даже слишком большим, и со «Звездью» нужно что-то менять в этой игре, пока тяжело, не справляются гости, только благодаря своему голкиперу остаются в игре. А, я сказал, что Алексей Ивакин защищает ворота. Прошу прощения, не 90-й, 80-й номер. Да, Ивакин в запасе, а ворота защищает Дмитрий Лисицын. Вот он оставляет в игре пока команду. Ну, вот, знаете, тоже определенный минус, да, отсутствие бумажного протокола. А с другой стороны, вот у меня есть состав центра по защитникам и нападающим только разбит, то я пока вот в первом периоде выясняю, кто у «Созвездия» играет. Я вам в начале второго периода прям по пятеркам состав гостей назову, потому что свои плюсы есть во всем. Но пока какая пятерка на лед у «Созвездия» не выходит, она в основном обороняется. Только в большинстве в начале матча, мы помним, «Созвездие» давило, но могло счет открыть. В любом случае, опять же, вот смотрим мы на матч команд этой группы. Ну, если там речь не идет о поединках с лидером, вот здесь момент может быть у ворот центра. Но до броска не доходит, и шайба не рикошетит в створ ворот Шапошникова. Но было достаточно остро. Ну, если вот мы не говорим о матчах с лидерами, там, с «Северной звездой», с «Атлантом», то в целом борьбу каждый каждому может навязать. И сейчас, да, центр играет с преимуществом, но можем мы сказать, что «Созвездие» обреченным выглядит в этом матче? Да нет. И шайба единственная, которая заброшена красно-черными, она заброшена в большинстве. И пока удается терпеть гостям, пока удается им оборонять свои ворота, у них остаются шансы. Ну и вот, пожалуйста, удаление, правда, удаление в составе гостей, так что численный перевес будет у их соперников. Арефьев отправился в штрафбокс. Ну и вот второе численное большинство у центра. Второй шанс разыграть лишнего. Первый, напомним, удалось реализовать. Сазонов, Шевлягин и Стрельцов на льду у
центра это нападающие. И Иванов с Приходько защитники. Иванов сейчас шайбу потащил. Шевлягин остался сзади на синей линии. Иванов пока как разыгрывающий встал. Теперь к борту поехал. Ну, а бросает Сазонов. Подпрыгивал Стрельцов. Но щиток Лисицына оказался на льду. Теперь Иванов режет в центр. Но защитники созвездия этот маневр успели предотвратить. И в итоге шайба из зоны выброшена. Смена составов, ну, должна в обеих командах пройти. Но пока у центра проходит. И появляются Горбаня, Хубеков. Я так понимаю, что Арсентьев сейчас еще должен на льду появиться. Вот он как раз шайбу получает, едва выскочив из со скамейки запасных, прошу прощения, конечно, не из штрафбокса. Так, здесь Горбаня в силовую борьбу идет, до этого ему доставалось. Цуканов и Сапрыкин сейчас на реализации лишнего в защите. Но вот Цуканов ошибается. Ну а кисти созвездия просто отбрасываются, чтобы смену провести. Ой-ой-ой, как сейчас Алешкин завозился с шайбой, и Арсентьев его, по сути, накрыл не для себя, а для Горбаня. Хубеков бросает, Лисицын на месте снова. Ну и вот теперь Алешкин по борту шайбу пускает, и она так скачет, что не получается у Сапрыкина зону закрыть. Я бы не представился, я думал это сделать уже после состава созвездия, но поскольку ко второму периоду уже дело идет, для вас комментирует матч Александр Седов. Надеюсь, что сделаю для вас эту игру, ну, если не интереснее, то не хуже. Но в итоге только-только появился пятый игрок у созвездия на льду, как дело закончилось взятием ворот. Макар Горбань прошел, опять же, никем толком не встреченный, и в девятку шайбу направил. Но надо отметить, что в ближнюю девятку, и вот здесь Лисицын, не то чтобы он угол не закрыл, здесь природа этого взятия ворот, она немножко другая. Он на колени упал, а Горбань шайбу поднял, и она в девятку залетела. 5 плюс 5 теперь у Лисицына статистика в нынешнем сезоне. Сравнял он количество шайб и передач. А вот с такими бросками никаких проблем у Лисицына нет. Без ассистентов Горбань отличился. И по сути, хотя это не был розыгрыш, хотя это уже не было и большинство, но все-таки именно удаление созвездия привело к тому, что во второй раз их ворота были поражены. Пусть в статистику это и не пойдет. Ну что ж, сейчас из-за ворот раскатываются гости. 4 минуты есть еще у команд в первом периоде. Для центра это 4 минуты, чтобы увеличить перевес для созвездия, чтобы сократить отставание. Я не говорю о том, что центр попытается сохранить отрыв в 2 шайбы. Все-таки в атаку играют хозяева на протяжении всего первого периода и останавливаются не намеренно. Думаю, что не позволит им этого сделать и Александр Борозенко, их наставник. Ну, а созвездию нужно все-таки что-то придумывать. Во-первых, нужно прекратить нарушать правила. Не то чтобы удалений было много, но за каждое наказывают. Соответственно, нарушать правила нельзя в принципе. Тем более, что не самые оправданные фолы. Опять, смотрите, падает на колени Лисицын. Вот пока в игре 80-го номера голкипера созвездия одна проблема, только чуть-чуть он рано садится. И сейчас попади Илья Логинов, и наверняка был бы счет уже 3-0 на табло, но Логинов не попал в девятку. Очередная смена составов. Созвездие появилось на льду. Звено Смирнова. И сам он сейчас недоработал немножко в центре площадки. В итоге Чуванов спокойно прорвался в зону. Там, правда, пока нет броска в створ. Чуванов подхватывает шайбу. Вот опять то же самое. Посмотрите. Ровно то же самое. Только теперь в равных составах. Опять подхватывают шайбу в углу. Вернее, не в углу, у борта. Хоккеисты центра режут в центр. Бросок. И опять бросок в ближнюю девятку.
И опять рановато Лисицын упал на колени. А ко всему прочему, там, надо сказать, в принципе, вот на этот раз угол был открыт ближний. Ну и Никита Чуванов свою четвертую шайбу забрасывает в нынешнем сезоне. Набирает шестой балл за результативность. 3-0, вы знаете, с одной стороны закономерно, с другой, конечно, многовато. Это я говорю по игре, которую мы видим. И опять без передач, по крайней мере, пока. Если пасы были, потом их наверняка внесут в протокол с помощью тренеров и самих игроков, арбитры. Но это будет потом, пока у нас объявлено, что без передач Чуванов забросил. Ну и это, наверное, тоже характерно. Вот из трех голов два действительно были исключительно индивидуальное мастерство бросающего заброшено. Здесь Петровский ошибку допускает в передаче. Потом, правда, сам исправляется, но продолжается атака. И Приходько бросает от синей линии низом не сильно. Не так сильно, как если бы речь шла о щелчке, но на самом деле достаточно хлестко. Там был трафик перед Лисицыным, и он не сумел с этим броском справиться. Для Ильи Приходько это первый гол в сезоне. Ну а для «Созвездия» сейчас ситуация критичная. 4-0 это совсем много. Обращу внимание, что Алексея Ивакина не бросают в бой, несмотря на то, что 4 шайбы пропустил его коллега и партнер по команде. Причем 2 с интервалом 16 секунд. Сейчас, может быть, со второго периода появится на льду второй голкипер. Но в любом случае центр дожал «Созвездие», тяжело обороняться на протяжении всего периода. И все-таки могло здесь и по-другому все повернуться. Сейчас гостям самое главное, наверное, не останавливаться, потому что иначе просто потеряет происходящее в оставшиеся 40 минут игры какой-либо смысл. Рискованные маневры защитников, но на этот раз получается выбраться из обороны у каких-то созвездий. Это был Данил Макаров, насколько я понимаю. Но он не защитник, он нападающий. Хотя вот сегодня играет Данил Макаров в защите. Ну, я первый раз вижу созвездие. Уж меня простите, может быть, Макаров действительно как защитник выступает, как минимум, в этом сезоне, но заявлен он нападающим в первенстве Москвы. Капитан команды сейчас как раз пытался из своей зоны выскочить, но, в принципе, рискну предположить, что, может быть, Макаров играет в защите вынужденно, потому что кого-то нет. Он, в общем-то, скажем так, незащитных габаритов хоккеист. И посмотрите, вот опять его тянет вперед, и хороший проход. Может быть, его как самого универсального, техничного, ответственного. Все-таки не зря он капитан команды. Ворону поставили. Ну и смотрите, Макаров в чужую зону шайбу притащил. Хорошо катит, удерживает корпусом владение и уходит. Смотрите, от хоккеиста соперника и бросает низом. Можно было попробовать передачу сделать, но и бросок здесь опасный. И пытаются продавить буквально сейчас гости Михаила Шапошникова, но тот положил щиток на лед и спас ворота центра. Ну вот, за 25 секунд до конца первого периода «Созвездие» наконец-то создает первый момент в равных составах. Мы помним, был голевой шанс реальный в большинстве, когда один из хоккеистов команды не смог шайбу поднять. Ну и отмечаем, конечно, Данила Макарова. Сейчас капитан гостей стал идеологом от этого наступления. Он действительно здорово прорвался к воротам. О чем там идет дискуссия? Считают, что атаковали какие-то созвездия Шапошникова не по правилам. Ну, не знаю, борьба была такая жесткая, но все-таки в рамках допустимого. Здесь у созвездия был шанс вброс не атаковать. Брасно было проиграно, но помог Смирнов забрать эту шайбу. И смотрите, сам же бросился неудобно. И да, Шапошников легко блином отразил, но это бросок. Без бросков, как известно, банально, но факт, голов не бывает. Бросать надо. Ну и созвездию просто нужно голову поднять. Правда, сейчас вот может Прудеус момент создать на последних секундах. Это совсем не нужно гостям. И они оборонялись. Завершен первый период. 0-4. Жесткое, суровое преимущество центра. Но рискну утверждать, что еще можно в этой игре что-то изменить. Кстати, произошла все-таки смена голкипера. Алексей Ивакин защищает ворота. Может быть, он после третьего гола, к слову, Лисицына заменил. И я этот момент просмотрел. Ну что ж, давайте
отправимся отдыхать вместе с командами и минут через 15 вернемся для второго периода. We'll be right back.
Ну что ж, стартовал второй период противостояния. Центр созвездия. В матче 14 тура команд 2005 года на первенстве Москвы в группе «Б». Ну и не все так просто оказалось с составом гостей. Не все номера, под которыми играют хоккеисты сегодня, есть в протоколе на сайте. Там где-то изменения. Ох, какой бросок Курдюков наносит, опасный. Будем разбираться и дальше по ходу игры. И я смотрю, еще и звенья перетасовали после первого неудачного периода у гостей. Ну что ж, будем разбираться дальше, а пока у нас борьба идет в зоне созвездия. Центр поддавливает, но шайба зону покидает. И сейчас третье звено у гостей на льду появится. И причем проброс сейчас центр организовывает. А, нет, даже тут бросание будет в центральном круге. На месте Алексей Ивакин, который все-таки, как я понимаю, после третьей пропущенной Дмитрием Лисицыным шайбы появился на льду. Сразу же пропустил, но после этого пока надежен. А здесь хорош Анохин при выходе из зоны. Глеб Шварев с шайбой на хорошей скорости. Он ее получил. Пошел на двоих за ворота. Потеря, но борьба. То есть в прямом смысле слова потери нет. Борьбу просто навязали хоккеисты центра. И здесь Смирнов помогает партнеру. И продолжают гости здесь за воротами рубиться за владение шайбой. Но в итоге она что, покинет зону или нет? Нет, не покидает. И можно на бросок выйти. Смирнов не обработал. Он бросает Шварев. Вернее, швыряет ее в сторону ворота. А здесь Анохин на пятак выдавал передачу. А можно было попробовать вылезти самому. Здесь в рамках правил сыграно, и здесь тоже, ну вот, хороший отрезок созвездия проводит и держит центр в его зоне. Харченко, наброс на ворота, очень опасный голкипер здесь на месте, на беду созвездия Михаил Шапошников, у которого не очень много было работы, не закис, не застыл, совсем справляется. А здесь уже отличный сейв в исполнении Алексея Ивакина. Смену состава по ходу дела проводят обе команды. И теперь уже позиционное наступление центра. Ну, насколько долгим оно получится? Недолгим, потому что будет удаление у хозяев в чужой зоне. Это, конечно, ошибка, за которую тренер не похвалит. И не похвалит за нее тренер Басыра Такаева. Вот он, шанс для созвездия вернуться в игру.
Тут спецбригады сейчас, насколько я понимаю, на льду. Курдюков появился вместе с Мелиным и еще одним хоккеистом. Это Арефьев. Вот Владислав Арефьев, например, заявлен под 11-м номером на сегодняшнюю игру. Вернее, играет под 11-м. А заявлен под 80-м. А здесь вообще-то можно было еще один фол увидеть, но не стали втроем оставлять, благодаря двум удалениям за фолы в чужой зоне арбитров хоккеистов центра. Сейчас Созвездие пытается расставляться в зоне, но здесь Цуканов даже без клюшки сумел остановить шайбу коньком. Заново раскатываются хоккеисты гостей. Сходу атака, бросок и клюшка. Игрока центра отправляет шайбу за борт. Еще 49 секунд есть у Созвездия на то, чтобы все лишнего. Но центр снова выбрасывает шайбу из собственной зоны. И сейчас даже в меньшинстве хозяева могут стать момент, а Хубеков активен. Сейчас с большим желанием, конечно, играют хоккеисты центра. У них все получается. Они ведут 4-0. В такой ситуации играть в одно удовольствие. Но в хоккее не такое бывает, а отыгрывается. Иван Федотов тут пытается обмануть соперника, стуча клюшкой около синей линии. Мол, отдай мне пас, я нападающий, открыт. Якименко все видел. Здесь бросок за 3 секунды до конца численного преимущества. Но это в ловушку Шапошникову. В любом случае, вбрасывание в зоне центра — это шанс лишнего разыграть. Но третье звено Созвездия выходит. Здесь поехал на смену. Так, ну и здесь должно было быть удаление. И будет. Поехал на смену Басыр Такаев из штрафбокса. Хотя пас был ему. Уже выскочил другой игрок. И что, неужели офсайд всего лишь зафиксирован? Там должно быть удаление. Там было точно 6 игроков на льду. Это было хорошо видно. Басыр Такаев не разобрался. Побежал со скамейки оштрафованных на смену. Игрок вместо него уже выскочил. Принял шайбу. Басыр Такаев был еще на льду. Более того, на подсказку о том, что он должен был принимать передачу, он развернулся. То есть оба игрока остались на льду. Да, правильно разобрались арбитры. Конечно, удаление. Еще один шанс для Созвездия. Ну что ж, 6 игроков. Такой штраф уже был у хоккеистов Созвездия сегодня, и с него все началось. Именно это удаление было первым для них в матче, и закончилось плохо, голом. Ну вот Басыр Такаев, который, в общем-то, допустил ошибку, не разобравшись в ситуации, и направился на скамейку оштрафованных. Ну а здесь у Созвездия точно спецбригада. Вместо Владислава Арефьева Илья Анохин появился справа. Я еще вот чуть-чуть, и я буду готов вам состав Созвездия назвать. Этот вот ребус почти решен. Осталось совсем немножко разобраться до конца в нем.
просто очень много номеров, которые есть в заявке на сайте, не соответствуют реальному положению вещей у созвездия. Ну а здесь Макаров рвется к воротам, капитан, опять он активен, здесь ему мешает партнер, Макаров убирает ситуацию, еще минута есть у созвездия, расположились в зоне, принимать надо, Куртюкову было шайбу, но он, по крайней мере, с ней справился, Алешкин поехал под передачу, Макаров вернулся на синюю линию и сейчас ищет вариант открыться. Алешкин шайбой долго подрабатывает. Подрабатывал, а бросил прямо в Прыдуса. Так, здесь нельзя входить в зону. Алешкин, в общем-то, ошибку исправил. И Прыдус отправил на лед. И еще так, что тот в зону влетел, а шайбы нет. А сейчас Алешкин, ну, габаритный защитник, набирает ход. Один из тех, у кого не тот номер, что на сайте надели на спине. Потому что на сайте, например, он под 83-м заявлен, а играет под 7-м. А теперь контрвыпад центра, и шайба еще и прилетает сейчас Ивакина. Ивакина в щиток, который тут успел положить на лед. Все, в полном составе хозяева. Не удалось реализовать лишнего гостям, но зато они хорошо так поконтролировали шайбу. Уже что-то. Ну и пока у нас вследствие вот этих, может быть, удалений центра, а еще вследствие того, что в перерыве немножко перезагрузились хоккеисты, такой достаточно равный хоккей идет. Якименко вот получает шайбу, и можно было обыграть, и он практически обыграл. Есть партнер, ах, пас немножко не проходит. На Нестерова. Но созвездие определенно во втором периоде пока смотрится явно лучше, чем в первом. Только вот такие передачи, конечно, надо бы исключить. Это слишком опасно и рискованно. Было сыграно. Но все-таки первым во втором периоде отличается хозяйский коллектив. И поздравляют партнеры, я так понимаю, все-таки Юрия Шевлягина. 5-0 в середине второго периода. Пробивают какие-то центра Шевлягина. Да, действительно, Стрельцов ассистировал, Шевлягин отличился, 5-0, ну, посмотрим, как это повлияет на гостей. Шевлягина это третья заброшенная шайба, он вообще защитник изначально по амплуа, но заявлен как нападающий сегодня, играет как нападающий. Ну, а Владислав Стрельцов четвертую передачу делает, положение вне игры. Ну, здесь даже не то, что перестановки у созвездия прошли, а форвардов больше, чем 9, и, соответственно, там чередуются в звеньях они.
Давайте все-таки мы поговорим о составе. Начинал Дмитрий Лисицын в воротах под 80-м номером. Сейчас под 90-м играет Алексей Ивакин. И защитники. Первая пара, насколько я понимаю, Данил Макаров, 25 номер, Данил Алешкин, 7-й. Вторая пара защитников, Федор Антропов, 97-й, Глеб Жданов, 9-й. Третья пара, Филипп Харченко, 79-й. Макар Малинин, 35-й. С тройками нападения здесь сложнее. Например, играли вот в таком сочетании хоккеисты. 91-й, Семен Курдюков слева. 89-й, Сергей Мерин в центре. 11-й, Владислав Арефьев справа. Но сейчас Владислав Арефьев вышел с левым нападающим Александром Петровским под 75-м номером играющим и центральным нападающим Юрием Смирновым, который играет под 8-м номером. А до этого Юрий Смирнов выводил на лед третью тройку с Глебом Шваревым, 32-й номер слева, и 68-м номером Ильей Анохиным справа. А сейчас Анохин, например, играет с Курдюком и Мелиным. Но есть еще одно сочетание, оно вот более-менее незыблемо вроде бы. Иван Якименко, 81-й, 21-й Максим Нестеров и 72-й Антон Смирнов. Ну, незыблемо во втором периоде. Вроде бы я всех назвал хоккеистов созвездия. Если кого забыл, уж простите. Пытаюсь разобраться тут уже два периода. В том, как играют гости в таких сочетаниях. Полтора периода, ладно. Но вот опять же, наверное, под такие победы надо говорить, что на классе побеждает центр, потому что по игре не покидает ощущение, что слишком суровое преимущество хозяев льда, вот эти пять шайб. С другой стороны, я часто в своих репортажах говорю, что хоккей — игра про голы. И центр свои голы наиграл. Здесь поспешил Анохин в зону. Должен был он посмотреть, что умеренно там есть проблемы с контролем, но и надо было, конечно, притормозить 68-му номеру. Скакала шайба умеренная. Часто вот бывает, что перед синей линией начинают какие-то неоправданные движения делать хоккеисты с шайбой, но здесь этого не было. Здесь просто Мелин пытался скачущий диск укоротить, из-за этого притормозил, замедлился, а партнер этого не сделал и влетел в зону раньше. Ну вот, да, второе звено. Еще один офсайд. Здесь Нестеров поспешил. Здесь Якименко как раз начал вилять перед синей линией, но он это делал тоже не просто так, а там мешал ему защитник в зону войти. Созвездие не опускает рук, и Якименко едва не выскочил на бросок, но Шапошников, может быть, не сразу, но все-таки успел клюшку выставить и выбить шайбу. Снять ее с ударной позиции. Ну, не знаю, вот наиграл ли созвездие на гол, опять же, вот сложно здесь говорить. Не то чтобы много было моментов у ворот Шапошникова, но давление есть. А здесь выход 3 в 1. Симонов, Горбанюс отдал Лещуванов, и не проходит шайба ворота, но будет удаление. Нестеров правила нарушил, задержка соперника клюшкой. Но это вот штраф наиболее оправданный из всех, а даже не Нестеров, а Алешкин правила нарушил. Это наиболее оправданный штраф из всех, потому что благодаря этому удалению, по сути, голу не случилось. Может быть, конечно, он еще случится, потому что 2 минуты большинства есть у центра. Но сейчас, как минимум, отсрочил Алешкин взятие своих ворот, и это правильно. Вот здесь фалить было нужно. А хоккеисты центра сегодня во втором периоде фалили в чужой зоне, и это неправильно было. Сапрыкин и Федотов в обороне у центра, и зону они закрыть сейчас не смогли, но просто не имели такого шанса.
Стрельцов, Шевлягин и Сазонов на льду. В нападении у центра. Но полминуты бригада меньшинства сожгла у созвездия. Правда, вот сейчас могло быть очень опасно. Шварев, Арефьев нападающие. Антропов и Жданов в обороне у созвездия. Пока очень хорошо обороняются. Неспешный раскат, но никто не мешает Сапрыкину, он входит в зону. Да, нужно притормозить, а вот пас зачем-то в конек партнеру сделал, хотя можно было через защитника сыграть. Здесь дефект льда, по-моему, помешал отдать точную передачу на Ивана Федотова. Тот вернул, но, по крайней мере, центр сохранил контроль над шайбой. И опасный бросок наносит по воротам Макар Горбань. Я, кстати, тогда сказал, что на него, там, на Басыра Такаева играли. У него 97 номер, у Горбаня 24. На нем фалили. На Такаеве. Ну что ж, отбилось созвездие. Ну и вообще очень неплохой второй период для гостей. Вот не случись в первом, да даже не случись в первом вот этой концовке с двумя шайбами за 16 секунд. И все могло быть иначе. Сейчас, а это гол. И вот это, конечно, бросок просто прекрасный в исполнении Федора Иванова. Для него это первая шайба в сезоне. А какой щелчок, а? У Федора получился. И от штанги еще шайба так влетела в сетку. ...6-0, неуклонно растет разрыв. Ну и центр наберет сегодня 19 очков после сегодняшней игры. Ястребы уже обыграли синюю птицу в этом туре, причем со скромным достаточно счетом 3-0. У них теперь 26 баллов, синей птице осталось 8, но созвездие пока не угрожает. У созвездия, напомню, 4 очка, а также в этом туре орбита Северная Звезда и Химик Атлант. В общем-то, конкуренты центра, а это орбита и Химик в первую очередь, играют с двумя лучшими командами дивизиона, и шансов у них немного, особенно у орбиты. То есть орбиту, скорее всего, центр обойдет, на пятое место переместится. А к химику может приблизиться на расстояние в 3 балла, потому что у химика 22 очка. Но это если химик дома не сможет с Атлантом справиться. На выезде, к слову, химик Атланта обыграл в овертайме с счетом 4-3. Так что пока не будем мы здесь загадывать. А вот орбита Северной Звезде в Медведково с счетом 1-9 уступила. Еще атака центра, бросок опаснейший. Но выше перекладины шайба проходит после выстрела Ильи Логинова. К слову, в следующем туре центру с ястребами играть. Будет интересный хоккей. А химик с Северной Звездой, зато орбита наверняка наберет 3 балла, потому что будет играть со созвездием. Но опять же, посмотрим. В первом круге орбите 3 балла против созвездия набрать не удалось, потому что выиграла в овертайме только. Ну и центр в прошлом туре потерпел поражение. 3-7 от Северной Звезды, от лидера. Так что сейчас... И до этого было поражение от Атланта по буллитам. 4-5. К слову, от одного из лидеров, и центр весьма достойно сыграл, а до этого еще химику 1-3 проиграл, то есть и орбите 4-5. Сегодня серию из 4 поражений центр прерывает, причем победа последняя была над синей птицей, одержана с счетом 4-3. В общем, тоже такой неудачный был у центра период, и сегодня вот так вот за все неудачи команда... Созвездие наказывает. Здесь шанс голевой и бросок. Смирнов дважды бросал в незащищенный вратарем ворота, но там очень много было хоккеистов на пути траектории шайбы. И сказать, что в целом ворота были незащищенные, конечно, нельзя.
Выбрасывание в центральном круге сейчас будет. 2 минуты 40 секунд до конца второго периода. Хорошо, Стрельцов развернулся сейчас резко. В зону шайбу закинул. Тут Алешкин за счет габаритов действует. Ну и легко от Стрельцова уезжает и бросает даже. Но это не опасно. Там Шапошников очень уверенно сыграл. Конечно, Шапошников сейчас хочет на ноль этот матч отыграть. И наверняка об этом еще тренерский штаб поговорит с своими подопечными в перерыве, если не успеет до конца второго периода «Созвездия» шайбу забросить. Макаров полез в трудную ситуацию, сам себя загнал. В итоге не получается выйти из зоны, хотя у Макарова-то выбраться как раз получилось из этой ловушки. Почти обыграл Сазонов соперника, но успел 25-й номер «Созвездия» затруднить это действие. Да, Макарова похвалим, а здесь уже его партнеры пытаются что-то создать в чужой зоне, и опять не получается. Не стал трогать. Сейчас вот очень умное действие в исполнении Игоря Арсентьева, автора первой заброшенной матча шайбы. Он не стал трогать эту передачу, хотя мог и не находился в зоне. Но если бы коснулся, еще партнер, вместо которого Арсентьев появился на льду, не сменился. И вполне могли арбитры, а по факту должны были бы зафиксировать нарушение численного состава у центра. Здесь Арсентьев игровой интеллект нам продемонстрировал. А это уже его хорошая передача на Горбаня в центр, на пятак, но бросок у Горбаня не получается. Не получается по шайбе попасть как следует. И пытается свою атаку «Созвездия» организовать в концовке периода. По-прежнему Шапошников сухой. И не сказать, что очень много ему пришлось потрудиться для того, чтобы сухим оставаться. Хотя моменты у гостей все же были. Еще 10 секунд играть во втором периоде. И весь вопрос, успеет ли бросить гости по воротам Шапошникова. Но, похоже, нет. Сирена звучит под сводами арены «Центр». 6-0 к 4 заброшенным в первом периоде шайбам. Еще 2 прибавили хозяева во втором. Отдыхаем и возвращаемся на заключительную 20-минутку.
Третий период матча «Центр Созвездия» в 14-м туре первенства Москвы в группе «Б» стартовал. 6-0. Пока все достаточно в одностороннем режиме проходит. «Созвездие» старается, но усилия бело-сине-красных не конвертируются в голы. Удалось лишь добиться прогресса по сравнению с первым периодом, когда они пропустили 4 шайбы во второй 20-минутке. В воротах Алексея Вакина шайба побывала дважды. Ну и на третий период вернулся Лисицын в ворота «Созвездия», чтобы уравновесить игровое время хоккеистов, насколько я понимаю. Голкиперов. Прогресс, сами понимаете, так себе. Вряд ли об этом, как о прогрессе, будет говорить тренерский штаб. А Лисицын опять принимается за дело. Он очень много тащил в первом периоде. Проблема с ранним падением на колени у него есть. Но вот в таких эпизодах, когда идет атака низом, практически его невозможно пробить. Он весь низ перекрывает. Насколько я понимаю, четвертая шайба, когда броском от синей линии забросили в кисты центра, она была как раз в ворота уже Ивакина заброшена. Я там просмотрел замену вратаря. Потому что после четвертой шайбы ее не произошло. А вот после третьей, видимо, была. Хотя их разделило 16 секунд, эти шайбы. «Созвездие» грамотно разбирается в средней зоне. И сейчас момент есть. Якименко, что там, штанга, по-моему, да? Или клюшкой зацепил Шапошников. Но, по-моему, штангу все-таки Якименко попал. Был справа партнер, но, в принципе, 18-й номер имел право на бросок. И все делал неплохо, в дальний угол бросил. Ну, малость не попал. Миллиметры отделили «Созвездие» от гола. Ну, или сантиметры. Но они были считанными. Опять хорошо начинает игровой отрезок гостевая команда. В прошлом году, конечно, гораздо лучше «Созвездие» выступало. Я так понимаю, состав несколько поменялся все-таки. Здесь что, нет удаления? Нет, здесь несчастный случай в этом эпизоде и не нарушал правила хоккейс-центра. Так, Азулаев был, 24-й номер, 27-й, прошу прощения, номер. Вот эти бы пасы через центр, конечно, «Созвездию» убрать, потому что, да, но в данном случае, может быть, риск перехвата был невелик, но в целом, если ты такие передачи практикуешь, то рано или поздно рискуешь нарваться на обрез, и рано или поздно это закончится голом в твои ворота. Надо ли это? Не уверен. Такаев шлемом отбивает опять упавший на колени Лисицын. Причем шлемом отбивает акцентированно этот бросок. Здесь какие-то созвездия пытаются разобраться, кому брать шайбу. Ее забирает в итоге Такаев. Чуванов в зоне разворачивается, но это легко было для понимания сопернику. И Лисицын падает, но не успевает накрыть шайбу, за которую он нырнул. Правда, и Чуванов бросить не сумел в створ ворот. Вообще не сумел бросить по пустым практически воротам. Отбрасывается «Созвездие» и смену проводит. Снова центр надавливает. Начало третьего периода достаточно оптимистично для «Созвездия» прошло. Но затем опять хозяева надавили, и это достаточно быстро случилось. Еще только 4 минуты сыграно, а уже достаточно давно игра в зоне «Созвездия» проходит. Жданов здесь хорошо разбирается, но долго. Ох, вылезает 9-й номер, уже не в первый раз он вот так вот за своими воротами играет. Но смотрите, действительно вылез из обороны, вывел шайбу из зоны. А вот Смирнов там в средней зоне не разобрался. И снова Жданову приходится работать в обороне. И он свое дело делает, выполняет. Нужно ему помочь, что и делает партнер. И «Созвездие» выбирается в среднюю зону пока. Может теперь войти в зону центра. Получается бросок. Опасно, добивая гол. И Смирнов забрасывает шайбу. Ну а
ассистентом и в целом идеологом этого гола Владислав Арефьев выступил. Но я еще раз отмечу и Глеба Жданова. К слову, по идее, Жданов и ассистентом должен быть записан. Просто, наверное, так далеко не будут арбитры заглядывать. Но в целом Юрий Смирнов с передач Арефьева и Жданова отличился. Я запишу у себя именно так. И даже если Жданов балла за результативность здесь не получит, именно его действия в этой смене очень много сделали, как и действия Арефьева, собственно. Ну. А, вот знаете, там еще дело в том, что Глеб Шварев раньше поучаствовал в комбинации, Жданов просто отборолся в зоне, а еще Шварев был участником комбинации, это и пятая его передача, седьмое очко. У Арефьева тоже седьмое очко, но передача третья. Ну, а Юрий Смирнов второй гол свой забил в сезоне, он как защитник заявлен. Есть еще Антон Смирнов, у них идентичная статистика по 8 матчей и 1+1 у каждого было. Ну вот, что ж, в третьем периоде «Созвездие» выигрывает микроматч со счетом 1-0. А общий счет у нас 6-1 сегодня. Ну и отмечаем, что Шапошникову на 0 все-таки отыграть не удалось. Эту встречу Алешкин, опять попытка через центр сыграть. И в какой-то мере повезло, что к Алешкину шайба отскочила. И он смог ее швырнуть в чужую зону. Там еще и проброса не случилось. Ух, Вахубекова пытался сейчас сыграть Макаров. И сам отлетел. Потом в другого игрока пошел, тоже его не сбил. Ну, капитан «Созвездия» много игровых достоинств имеет. Но габариты — это не его, конечно, плюс. Но, собственно, тут он ни в чем не виноват. А вот желание сыграть жестко — это приветствуется. И глядя на игру 25-го номера, в принципе, понятно становится, почему у него капитанская нашивка есть на свитере. Ну а здесь несколько курьезный гол, потому что именно от Макарова шайба отскакивает после броска Игоря Арсентьева. Тот вообще передачу делал, и это его, получается, второй гол сегодня и 10-й в сезоне. И уже в микроматче в третьем периоде равенство. А на табло загораются цифры 7-1 в пользу центра. И Матвей Прудеус поучаствовал в этой голевой комбинации для пятого номера центра. Это пятый результативный балл и третья передача в сезоне. Отмечаем. Вот он сейчас в зону «Созвездия» шайбу возвращает. Попадает Жданов под силовой прием, но при этом сыграл хорошо. Антропов вывел шайбу из зоны. «Созвездие» вот среднюю зону прошло. Здорово! И момент! И он есть. Скакивает шайба там на пятак. Никого не оказалось на дальней штанге. Вот видите, грамотно сыграли хоккеисты «Созвездия» и довели дело до момента сразу. Антропов с Ждановым. Они оба техничные ребята, хотя Жданов габаритами не отличается, а Антропов наоборот. Смакаров выскочил на лед, ожидая, что Антропов сменится. Антропов не сменился, и сейчас близко было к удалению за нарушение численного состава, но Макаров успел обратно на бортик забраться. Вот сейчас только смена проходит, а «Созвездие» в чужой зоне. Ищет момент Якименко, но завозился, Козулаев его накрыл. И уже контрвыпад Логинов, но дорабатывает Якименко вместе с Макаровым. Они шайбу отобрали. Выход из обороны. Из зоны шайбы вывести удалось, а вот из обороны пока не вышли. Хоккеисты центра
жестче стали играть хоккеисты «Созвездия». И Петровский сейчас расколол буквально у бортика Басыра Такаева. Но это было в рамках правил. Ну и Такаев, в общем-то, как к должному к этому отнесся. Просто встал и поехал играть в хоккей. Атакует Симонов. «Созвездие» бьется. Это приятно, потому что при счете 1-7 не всегда возможно себя заставить играть до конца. Но «Созвездие» сейчас это делает. И думаю, что когда в третий раз и в четвертый хоккеисты «Созвездия» будут играть с центром, они как с чистого листа начнут игры, а не как команда, которая на заклание выходит после счетов 2-5, ну и на данный момент 1-7 в противостоянии с командой с улицы Талалихина или с Волгоградского проспекта. Вбрасывание в зоне центра, там был проброс. Арефьев, получив какие-то указания от тренера, у бортика не спеша катит в круг вбрасывания, где у него дуэль с Андреем Симоновым заканчивается в пользу хоккеиста центра, но при этом гости смогли шайбу отвоевать, они остаются в зоне атаки через защитника розыгрыш. Макаров, наброс очень опасный, там подправление, сейчас Петровский за воротами, партнеру отбрасывает, но тот не сумел обработать и выбрасывает шайбу из зоны Илья Приходько. Не сумел обработать там шайбу Глеб Шварев, но здесь проброс и снова будет выбрасывание в зоне центра. И не могут хоккеисты центра опять поменяться. Уже второй проброс подряд. Второй проброс подряд. А вот «Созвездие» меняется и имеет преимущество в свежести. Выиграно вбрасывание, но не очень удачное. Но выиграно второе вот касание, которому отбрасывал Сергей Мелин шайбу назад на Данила Алешкина. Оно вышло неудачным и неточным. И в итоге центр вышел из зоны. При этом пока никто у центра не поменялся. Хотя команда и должна была, та команда, та пятерка, что на льду подустать. А в итоге теперь атака «Созвездия». И хотя бы один форвард центра уехал на смену. Свежий Сазонов выскочил на лед. Сейчас раскатывается под передачу как раз. Получает ее. И уходит от слова прием Алешкина. Чуванов подхватывает шайбу. Убирает под себя и забрасывает ворота Лисицына. 8-1. Чуванов тоже оформляет дубль. Как и Арсентьев. Сазонов первую свою передачу делает, но пасов должно быть два здесь зафиксировано. Послушаем объявление диктора, узнаем, кто из защитников начинал эту атаку. Сазонов третий пас свой делает в результативном сезоне, ну а Чуванов уже почти... Сделал я паузу, чтобы послушать, кто голевые пасы сделали. Сазонов и Илья Приходько поучаствовали в этой комбинации. Лисицын два сейва делает. Здорово играет в ближнем бою. Ну так вот, Чуванов почти повторил свой результат за первые 12 сыгранных им матчей сезона, где он забросил 3 шайбы. Сегодня вот он уже дважды отличился. Ну а для Ильи Приходько этот голевой пас стал вторым в нынешнем сезоне. При этом он уже сегодня и отличился как снайпер. А сейчас Шевлягина, может быть, и с нарушением завалили, но арбитры так не посчитали. Не дали Шевлягину уже в пустой угол шайбу направить. Продолжает не только «Созвездие» до конца играть, но и центр, которого и 8-1 не устраивает. Еще хотят забрасывать. Ну а что, если получается, почему нет? Нет положения вне игры. Что для меня немножко удивительно. Здесь бросок явно выше створа, но из-за рикошета. Вбрасывание останется в зоне «Созвездия».
Опять выход из обороны у соседей выходит, но с боем приходится шайбу выгрызать, чтобы в чужой зоне что-то получилось, и в итоге ничего не получается, по крайней мере, пока. Но борьбу не прекращают гости и выбираются, и могут создать момент сейчас, и пас на пятак. Хорошо, хорошо сыграл в этом эпизоде Владислав Арефьев. И в итоге до сих пор в зоне хоккеист созвездия Юрий Смирнов пытался продлить на Арефьева дальше. По борту вот это не получилось. И теперь уже атака хозяев Ахубеков. Бросок в ближний угол. Лисицын уже здесь на месте. Алешкин жестко играет. И еще жестче играет Макаров. И остается лежать на льду Горбань. Но не показалось мне, честно говоря, что что-то за рамками правил сделал сейчас Макаров. Просто, может быть, неудачно упал. Горбань. А нет, я так понимаю, что ему в шею попала клюшка. И сейчас он возмущен отсутствием штрафа. Бросил клюшку, перчатки. Так можно, в принципе, 10 минут получить. Эмоции надо сдерживать. Может быть, даже не в шею, а в челюсть. Маска была приподнята, и в челюсть попали 24-му номеру. Вот он, да, вытирает кровь с губ, что ли, я так понимаю. Есть она там или нет? Ну и вот, да, Горбань недоволен, даже не послушал арбитра, который попросил его подойти. Сейчас с тренером разговаривает рефери и объясняет Александру Бразенко, что шлем болтается у 24-го номера, и из-за этого вот этот эпизод случился. Не слышал я, что сказал Александр Борозенко после того, как арбитр уехал. Ну, конечно, словно каменная маска у него внешность была. Сейчас мимика застыла, и так очень флегматично он оценил. Может быть, немножко саркастично все это. Но еще раз повторю, я не увидел в действиях Макарова криминала. И, наверное, арбитр прав в том, что шлем действительно у Горбаня болтался. И из-за этого ему досталось по лицу. Врачи сейчас на 24-м номером колдуют. Похоже, там действительно кровь все-таки на губах была. Но много ли надо, чтобы при контакте клюшки с губами выступила кровь? Ну, а созвездие в чужой зоне. И Жданов, ну почему не щелкнуть? Ну, бросок, да. Ну, смотрите, Шапошников спокойно блином отражает. А зачем свисток-то раздался? Не покинула шайба пределы площадки. Поспешили арбитры. Но почему не щелкнуть сейчас было 9-му номеру, не совсем мне понятно. Но тяжело с кистей поразить ворота без ошибки голкипера броском от синей линии. Тем более, что не было трафика такого перед воротами Шапошникова. В общем, Михаил спокойно сыграл. Алешкин выбивает шайбу с крюка у Басыра Такаева. Иначе был бы очень опасный момент, но... Центр теперь позиционную атаку может организовать. Будет удаление, если, конечно, такая сейчас не забросит. Федотов сохраняет шайбу в зоне. Но вот теперь свисток раздается. 2 минуты большинства для центра. Первое удаление в третьем периоде у нас так-то зафиксировано. На исходе 14-й его минуты. Подножка там была или задержка клюшкой, не знаю. Но вот теперь, это сказать, Макаров отправится. Нет, Алешкин отправляется в штрафбокс. У центра хороший шанс 9-ю шайбу забросить. За атаку игрока, не владеющего шайбой. Вот так. Но не спеша раскатывается Иван Федотов, капитан центра. Сам будет ходить в зону.
Пас, Приходько возвращает Федотову. Чубанов занял пока место на синей линии. Бросок. Это семечки для Лисицына. Шайба в ловушке. Выигрывает созвездие вбрасывание в собственной зоне. Нужно Жданову попробовать выбросить шайбу из зоны. Попробовать он попробовал, выбросить пока не получилось. Вот в спину надо осторожнее играть. Можно втроем остаться. Несколько раз тычки эти Симонову в спину были нанесены девятым номером. А сейчас хорош Жданов. Теперь уже Симонов ему отвечает. У нас так намечается противостояние. И снова они сошлись. И снова Жданов удачно сыграл. Шайба пока в зоне созвездия, но уже больше минуты ничего не получается у центра создать. И один бросок в этом большинстве был прямо в ловушку Лисицыну. Вот у Чуванова, конечно, руки хороши. И вот это голевой момент, но успевает ловушкой отразить шайбу. 80-й номер, голкипер созвездия. Ну а теперь Шварев из зоны ее выведет. Полминуты остается большинства, но здесь еще Юрий Смирнов прессингует Федотова. А время тает. Ну, хорош Смирнов, сжег 15 секунд, он даже больше уже, и продолжает мешать соперникам. Бастер Такаев входит в зону, бросок, и потерял из виду Лисицын шайбу. Перемещаясь отчаянно, он отразил этот выстрел. 4 секунды до выхода Алешкина на лед. И созвездие близко к тому, чтобы отбиться в этом меньшинстве. Сапрыкин сейчас располагается за синей линией на вбрасывании, чтобы проконтролировать момент, когда Алешкин выскочит из штрафбокса и не получить выход 1-0. С передачи под дальнюю синюю линию на 7-го номера. А здесь... Это не пас был, это скорее выброс из зоны. А если бы чуть-чуть паузу бы выдержали, то мог бы и Алешкин действительно пас получать. И в итоге он на смену побежал, Курдюков его заменил. И Курдюков сейчас здесь пытается шайбу сохранить в зоне центра. Это не получается, но и центр просто выбросом действует, а не через осмысленный выход. Много борьбы у бортов. И в итоге Мелин шайбу подбирает. 2 в 2 выход, даже можно сказать 2 в 1. Но Иванов накрывает Мелина. И что будет? Удаление. Удаление будет. Подножка. Было близко к Булиту, но все-таки это не Булит. Все-таки не было чистого выхода 1 на 1. Но удаление оправданное, надо признать. Федор Иванов здесь всячески мешал Мелину. А созвездие получает численное преимущество. Остается Мелин на льду. Вместе с Анохиным и Курдюковым он в нападении. Макаров и Алешкин в защите. Но центр выигрывает вбрасывание. Еще даже немножко шайбу поконтролировал. В итоге она приходит к Макарову. И созвездие будет раскатываться из собственной зоны. Сазонов активен. Прессингует, затрудняет движение. Но в итоге, смотрите, еще и Цуканов получает возможность щелкнуть. А тут добивание будет. Ложиться Мелину приходится под шайбу, чтобы Стрельцов ее не направил в ворота. Кто в большинстве-то у нас, а? Еще один щелчок Цуканова. 45 секунд прооборонялось в большинстве созвездия. О, хорош! Силовой прием Стрельцова. И, конечно, это его партнеры по команде отмечают вот этим стуком. Ну, а здесь еще и Мелин зону покинуть не успевает. Пока в большинстве созвездий ничего не получается. И это звено откровенно плохую смену провело. Посмотрим, что получится у второй пятерки, у пятерки Максима Нестерова.
Якименко на Арефьева играет. Тот вбрасывает в зону, и нужно бежать и бороться там, что Якименко и центральный нападающий звена делают. И в итоге Нестерова получается шайбу в зоне сохранить. И расставляется созвездие лишь за 33 секунды до конца большинства. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Жданов с кистей. Вот там сейчас был закрыт Шапошников. Но, опять же, ну почему не щелкнуть было девятому номеру? Уже не в первый раз он бросает с кистей в такой ситуации. Настолько не верит в свой щелчок. Да, трафик, но трафик при щелчке еще более опасным становится для голкипера. Жданов бежит закрывать зону. Арефьев гасит шайбу в лед. Очень читается все. Здесь и не отдал передачу, и сам не смог вылезти Арефьев. Но там особо перспектив-то не было, честно говоря. И все на себя играют какие-то созвездия. Ну вот, Жданову отдали, и снова с кистей. Ну щелкни, размахнись. Почему нет? Глеб. Попробуй. Именно над щелчком надо поработать. Глебу Жданову вообще защитник приятное впечатление оставляет. Но вот постоянные попытки броска вместо щелчка, они, конечно, ну, неправильные в данном случае. В полном составе центр. Но у Глеба Жданова нет заброшенных шайб в этом сезоне. Это, наверное, самая яркая характеристика. Его действия на синей линии. Смирнов покатил в чужую зону. Пас параллельно воротам. Шварев. Здесь ему тяжело, конечно, в этом силовом единоборстве. Почти в два раза визуально Станислав Андрусов выше. Прудус сбрасывает шайбу в зону. У нас последняя минута игры идет. Тем временем уже можно смело это говорить. Семь шайб никак не отыграть. Даже если бы сейчас вместо созвездия Северная Звезда вышла на лед. Да, даже если бы Питтсбург Пингвинс вышел на лед, и не успели бы просто за 53 секунды 7 шайб забросить. Евгений Малкин, Сидни Кросби. Прудус. Бросок на месте. Лисицын опять не ловит, но отбивает ловушкой. Опять был на коленях. В этом стиле баттерфляй, или бабочка действует вратарь. Но пока до Роберто Луонга еще расти и расти. 80-му номеру. На пятаке куча мала перед воротами созвездия. Но шайба в ворота не заходит. 10 секунд есть еще у центра, пожалуй, чтобы забросить. Созвездию будет тяжело за это время из своей зоны выбраться в чужую и довести дело до броска. Хотя всякое бывает. Посмотрим. Но для этого нужно чисто вбрасывание выигрывать. У Кузулаева иное мнение. Он, в принципе, выигрывает брасывание. Вот здесь, правда, не очень удачно Приходько Прудус отбрасывал партнерам. Потом сам просит передачу. Но все. Завершается матч. 8-1. Каждый из периодов выиграл центр. Хотя в третьем победа получилась волевой. Да, потому что сначала Юрий Смирнов отличился. 8-1. Жестокий результат для созвездия. Но в целом все-таки все достаточно закономерно. 19 очков набирает центр, обходит орбиту, которой сегодня очень тяжелая игра предстоит. Не знаем мы, как она развивается. А пока просто констатируем выход центра на пятое место в турнирной таблице. Будем на этом прощаться. Александр Шедов, ваш комментатор. Роман Рамонин, оператор. Вероника Горина, режиссер трансляции. Развивайте спорт себе и себя в спорте. До свидания.